пройдемся по живым обоям. Я честно скажу, не буду их в описании пока наименований, где их скачать, находить, так как времени нет. Я их скачал, поставил, вбивать название на самом ролике на YouTube. Что это за живые обои, пока не смогу. Давайте посмотрим первые. Очень плохие, неплохие живые обои. Вы видите, такой андроид злодейский появляется. У него глаза меняются, если их тронуть. Можете сами посмотреть. Такой злодейский андроид. Вот он, видите сами. Серьезная вещь. Может, надо вот так сделать. Давайте попробуем вот так, да. Вот, очень злодейский андроид. Так, что здесь еще, какие живые обои есть? Посмотрим. Давайте выберем Чост. Вот эти живые обои. Смотрите. Призраки. Вот. Чем нам еще порадует? Посмотрим. Это что? Крики раздаются. Так, смотрим, смотрим. Вот девушка с шарами. Если немножко подвигать экран, шары будут тоже двигаться, но очень немного. Видите, при нажатии такие появляются огоньки. Вот, в принципе, и все. Третьи обои. Они называются Galaxy S4. До этого были Just Life живые обои, а до этого биомеханический дроид. Так, что у нас еще есть? Voodoo Doll Free. Посмотрим. Сам еще не смотрел. Скачал с Play Market. Бесплатные обои. Вот, видите, установлен обои. Что там происходит? Свечки. О, можно затушить. Как бы снова горят. С этим человечком что-нибудь делается. Ну вот, в принципе, для тех, кто любит Voodoo. Как эти живые обои называются? Они называются Voodoo Doll Free. Кукла Voodoo. Свободная к скачиванию. Вот есть еще роза, но она мне, честно сказать, не очень понравилась. Но посмотрим. Установить обои. Видите, такая роза трехмерная. Я не скажу, что графика у ней хорошая, но вот так смотрится достаточно отлично. Вот так можно ее, вот так. Сами видите. Но я не скажу, что графика уж совсем выдающаяся. Бывает и получше. Так, как она называется? Это вот такая живые обои роза. Так что мы посмотрели с вами 5 штук. Раз. Прошу прощения. Вот эти. Galaxy S4. Чост. Вот с этим зверем. Не зверем, а куклой Вуда. И вот с данной розой. Что у нас еще есть? А, есть шестое, забыл сказать. Остров моря бесплатно. Ну, это перевод, наверное, маркетовский. Такой, слегка нестандартный. Открываем, устанавливаем. Вот, видите, живые обои. Остров. Море, я так понял, здесь статично. И графика у него не особо так, вот я вижу. Но двигаются облака. Вот такие 6 обоев. Кто захочет, он видел их наименование, на Play Market найдет и скачает.